Всем привет, с вами Александр Полянцев, и это прохождение 17-й миссии GTA San Andreas. Как вы могли заметить, для нее нам требуют обязательно лоурайдерскую машину. И ближайшую такую машину вы можете найти вот здесь, это Вуду. Для предстоящей гонки, по-моему, это очень хороший вариант. Эй, CJ, you made it! Mr. Bennis. Hey, Carl. Hey, baby. Nice ride, man, that's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's hard cash, your pink slip in the pot. Consafose. Then you pull up and race. The first pass the post wins. Con chota sin chota. Okay, for sure. I'm down. Hey, watch out, CJ. These boys don't like to lose. Eh? Yeah, well, me either. Follow me to the race, dude. Обратите внимание на интересную недоработку разработчиков, ведь рядом с Цезарем сидит вовсе не Кэндл. По задумке это, конечно, она, но... на деле ее там... мы ее просто не видим. Там сидит девушка, которую можно иногда увидеть на улице в фиолетовых цветах. Но вы не думайте, что это какой-то секрет или там пасхалка, это просто недоработка. Здесь предлагаю придерживаться правой стороны. И таким образом можно буквально с первых секунд обогнать всех соперников и вырваться вперед. Дальше уже главное не врезаться, главное, чтобы машину не заносило, и тогда можно благополучно уже доехать до финиша. Также, на мой взгляд, для этой гонки хорошо подошел бы Ремингтон и вот это вот Вуду. Конечно, и на остальных лоурайдерах можно выиграть эту гонку, но машина, которую я назвал, это вот чисто мое предпочтение для этой миссии. Вот и финишная прямая. Спасибо за внимание, с вами был Александр Полянцев, клуб игроков GTA San Andreas. Играйте и выигрывайте. До встречи в следующей миссии.